Меня зовут Лена, и я выпускница магистерской программы маркетинговой коммуникации и рекламы в современном бизнесе. Сейчас я работаю в компании L'Oréal и занимаю должность старшего бренд-менеджера в категории профессиональной косметики для волос. Я занимаюсь развитием бренда на российском рынке и выстраиванием его коммуникации с конечными потребителями. Это очень интересно, и я действительно рада, что занимаюсь тем, к чему меня готовили в рамках магистерской программы. Проработав в компании 4 года и участвуя в программах по отбору студентов для стажировок, я знаю, насколько ценятся выпускники с профессиональным маркетинговым бэкграундом. Особенно выпускники магистерской программы маркетинговой коммуникации и рекламы в современном бизнесе, потому что она дает замечательную практическую подготовку в области брифинга агентств, выстраивания с ними коммуникации, участия в мозговых штурмах и решении кейсов и многом другом.